Как часто вы встречали сериал, где главной темой является половое созревание и секс, но при этом он не является ни эротическим, ни фансервисным, ни шаблонным? Вот и я ни разу. Ровно до момента, пока не наткнулся на один такой. И это «Пора тревог девичьих». Его-то мне бы и хотелось осветить, так как лично я попал на этот сериал случайно, но с начала просмотра и до самого конца лишь удивлялся, почему его не поднимали в комьюнити на горячее обсуждение с Холли Варами и прочим букетом причитающихся лавр. Ибо я убежден, что экранизация достойна внимания, причем не только щепетильной темой, но и прочими трепетными переживаниями и чувствами, присущими молодым людям в период активного пубертата. Вы на канале Александрии. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. По заявке на сюжет мы имеем следующее. Пятеро школьниц из литературного клуба, пребывающие в нежном возрасте розовых надежд, выбирают для внеклассного чтения романы именитых авторов, зачитывая отрывки вслух и вынося их на обсуждение, приходя к определенным выводам. Не пропускаются и эпизоды эротического содержания с достаточно детальными описаниями соитий, которые, ясное дело, вгоняют в краску юных дев. В одну из таких читок девушки не на шутку взвинтились, и тема секса стала главной темой их заседания. А после пикантной дискуссии всем пятерым стал мерещиться похабный подтекст буквально в каждой строчке, и это, само собой, не могло не встревожить. Неужели в мире взрослых все именно так опошлено и порочно, как это описано в книгах? Вопрос повис в воздухе, и атмосфера в клубе стала несколько гнетущей. Но все резко меняется, с, казалось бы, переключением темы на новый роман, в котором главная героиня оказывается перед фактом своего смертельного недуга и, чтобы ни о чем не сожалеть, составляет список вещей, которые хочет успеть прежде, чем сыграет в ящик. Такой задел резко находит отклик в девичьих сердцах, и каждая задумывается о том, чего бы хотела она, окажись в такой ситуации. Все делятся своими грандиозными планами о путешествиях, подвигах, разгадках тайн рождения, пока одна из них не заявляет. Сексудес. На первый взгляд может показаться, что это весьма тривиально, а может быть и пошло. Но если копнуть глубже, а именно обратить внимание на авторство, то резко становится интереснее. Оригинальный сценарий написан небезызвестной Мари Акадой, известной не только как автор, съевший собаку на разбивающих сердца романтических историях, но и как автор, освещающий через свои сюжеты нравственные, этические и остросоциальные проблемы. Сериал не является комедией, хотя в нем присутствует юмор и неоднократные комичные ситуации. Но он же не является и драмой, хотя моментов, когда становится невыносимо грустно и даже страшно, предостаточно. Несмотря на свою незрелость и юный возраст, школьницы доливают весьма недетские тревоги. И это возбужденное состояние подростка со всеми переживаниями, думами и опасениями очень легко подхватывается и перенимается зрителем. И вот вы уже сидите, наблюдаете за поступками героинь и испытываете поистине исполинский испанский стыд. Принимая во внимание все вышесказанное, крайне трудно воспринимается и возрастной рейтинг. Всего лишь PG-13 для картины, где постоянно говорят про «се» со всеми вытекающими, да в юном возрасте, да к тому же подавляющую часть времени в урочное время. Достаточно обыденное явление для островов и несколько экстравагантно для нашего менталитета. Однако все течет, все меняется, и в нынешних реалиях это уже давно ни для кого не событие, а вполне себе нормальный возраст как для героев, так и для зрителя. И интерес к данной теме начинает активно проявляться преимущественно в этом возрасте. Тут как бы ничего нового. Сериал очень убедительно демонстрирует пару подростковых переживаний – самопознание, становление взрослым. Тот самый период, когда и юноши, и девушки замечают в себе ряд изменений, как в характере, так и во внешности. И, конечно же, последнее всегда воспринимается подростком тотальной самокритикой. Период, когда каждая мелочь кажется настоящей катастрофой. Забота о внешнем виде и то, как тебя воспринимает общество, встает во главе угла, и эмоциональные качели бросают настроение из стороны в сторону. Все мы проходили через это кошмарное время школьной социализации, когда стоило оступиться где-то или сказать что-то не то, как за тобой автоматом крепился соответствующий ярлык. Когда все мысли были не об уроках и домашнем задании, а о симпатичном однокласснике или однокласснице из параллельного класса, и о том, как бы уже набраться смелости и заговорить со своим крашем. И весь этот эмоциональный калейдоскоп вкупе со всеобщим непониманием происходил буквально на глазах у родителей и педагогов, которые не замечали или делали
делали вид, что уже забыли, каково это – быть старшеклассником. И это, что называется, прям жиза. Бьюсь об заклад, при просмотре каждый хотя бы раз испытает то самое волнительное чувство тревоги из прошлого и невольно почувствует некое подобие стыда. До такой вот документальной точности был воспроизведен дух юности со всем его гормональным букетом. И через весьма неординарных персонажей, чье поведение трудно предугадать, было воплощено на экране. А определенная нагловатость и твердое убеждение каждого героя придавали всему некий шарм. Каждый стремился побыстрее повзрослеть, а методы и причины для взросления у всех кардинально отличались. Так, например, Казусу беспокоит и заботят вопросы о том, насколько привлекательной ее видит друг детства Изуми, и когда произойдет его метаморфоза от невинного мальчишки к юноше, которого будут сильно интересовать те непристойности из книг. Изуми, в свою очередь, пребывает в состоянии неопределенности, выбирая между хорошенькими серыми мышками и таинственными сексуальными красотками. Нина, которая всегда считала свою красоту проклятием, наконец понимает, что это еще и мощное оружие, и активно начинает им пользоваться с целью сблизиться с парнем, который ей нравится. Момоко пугает темп, с которым у ровесниц развиваются отношения с мальчиками. Ее они лишь пугают и отвращают. А мысль о том, что подружка кажется очень привлекательной и нежной, взращивает сильный личностный конфликт. Хитоху же, в отличие от подруг, не сильно заботит собственные взаимоотношения. Она стремится во что бы то ни стало заполучить сексуальный опыт, лишь ради того, чтобы ее собственные рассказы стали куда реалистичнее, и в своем маниакальном стремлении она начинает охоту за взрослым мужчиной. А Рика буквально разрывается, испытывая море противоречий между чопорным консервативным воспитанием и неподдельным, неуемным интересом к противоположному полу, за что регулярно съедает и стыдит себя и всех окружающих. Хороши также и технические аспекты. Режиссерская длань Масахира Анда, режиссера «Азбуки цветов» и «Настоящих слез», неплохо так чувствуется, и в целом акварельные раскаты смотрятся очень сочно и приятно. Определенный колорит внешнего мира дает понять, насколько тревожно или радостно героиням. Конечно, студия Лейдьюс пока не может похвастать изобилующим детализацией графеном, как, например, P.A. Vox. Но в данном случае это и не сильно требовалось. Пестрость и насыщенность опенинга в сочетании с Chica and Honey Vox полностью оправдывают их и, как минимум, демонстрируют потенциал. Главным образом, это разговорный жанр, демонстрирующий эмоции и чувства, которые в данном случае обострены как оголенный провод. И по части средств художественной выразительности сериал со своей задачей справился, считаю, на крепкую пятерку из 5 возможных. Это не новая икона жанра и, может быть, не самый сильный ее представитель. Но эта уникальная работа заслуживает зрительского внимания и достойна того, чтобы о ней знали хотя бы за то, что освещена тема взросления, полового и нравственного воспитания. Останусь верен себе и не стану настаивать на просмотре данного сериала, да и вообще не имею привычки рекомендовать всем без разбору свою вкусовщину. Но если вы ищете чего-то животрепещущего, чего-то доколик в животе милого и притом лишенного стереотипных клише в школьных историях о любви, то вам сюда. Через персонажей к зрителю пронесли очень много житейской мудрости и понимания того, что такое хорошо и плохо. Попытались объяснить, где здоровое влечение граничит с похотью. В чем разница между моралью и безнравственностью? Любовь, дружба, честность и принятие себя таким, какой ты есть – все это сможете найти в «Паре тревог девичьих».